фойе Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета всех, кто пришел на фестиваль иностранных обучающихся, встречали веселыми песнями. Эта музыкальная группа еще только в начале своего творческого пути. Ребята называют себя бандой команды. Это студенты разных курсов и национальностей. Они исполняют песни из разных стран мира. Мы живем в одном мире, и даже не важно, какой твой язык, нация и все дела, мы все равно одной крови. И песня нас всегда объединяет. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете обучаются более 5000 иностранных студентов из 84 стран мира. И с каждым годом число иностранных обучающихся в университете только увеличивается. Фестиваль «Мозаика народов мира» собрал студентов из разных стран. Здесь представлены национальные костюмы, атрибутика, а также различные иностранные песни и танцы. В этом году фестиваль объединил более 3000 студентов университета и дал возможность познакомиться с традициями, обычаями, культурой студентов разных национальностей. Это турецкий музыкальный инструмент тростник. Внешне немного напоминает домру, но имеет при этом целых 7 струн. В рамках фестиваля прошел конкурс «Кухни народов мира», спортивные мероприятия и интеллектуальные игры. А в актовом зале состоялся яркий гала-концерт. Нам стало интересно, потому что до этого мы принимали участие в фестивале народов мира. Наш танцевальный коллектив называется «Шатык». Мы представляем казахскую диаспору в Доме дружбы народов. Я из Ямана, и вот это как мы одеваемся в Ямане, вот такие. И у нас есть такие вещи из Ямана, например, вот это. Мы называем Мабхара. Здесь у каждого была возможность познакомиться с культурой и традициями другого народа, а также рассказать другим об особенностях своей страны. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.